Клинские полицейские задержали подозреваемого в краже металлических канализационных решеток. Предварительная сумма ущерба для городских служб – 85 тысяч рублей. Подозреваемый в преступлении 20-летний клинчанин. Возбуждено уголовное дело. Юноше грозит лишение свободы. Максимальный срок по статье «Кража» – 10 лет. К другой информации – дороги. В этом году на крупных федеральных трассах протестируют новое дорожное покрытие. Таким образом, срок эксплуатации дорог должен увеличиться с 4 лет до 12. В качестве эксперимента дорожники укатают суперасфальтом 1000 километров. Топливо. Эксперты Росстандарта проверили качество 92-го бензина. Пробу взяли на 60 АЗС. По итогам проверки на 7 заправках выявили фальсификат. Нарушения зафиксировали на мелких частных АЗС. К качеству топлива на сетевых заправках претензий практически не было. Фармацевтика. Росздравнадзор в срочном порядке изымает из аптек препараты от кашля «Эриспал». В ходе проверки установлено, данная продукция вызывает проблемы с сердечным ритмом. В лекарстве содержится вещество фенспирид, которое плохо влияет на сердце.